пчелы, принеся себе в улей мед, нектар, цветочный нектар, начинают выпаривать из него влагу и ферментировать его, превращая цветочный нектар в мед. Когда мед уже готов к зимовке, да, к длительному хранению, они начинают запечатывать его, ячейки сот, вот такими вот, то есть запечатывать соты вот такими вот ячейками сот. Называется это забрус. Как мы получаем, да, забрус? То есть мы срезаем вот эти вот ячейки сот, снимаем эти крышечки для того, чтобы нам можно было спокойно и хорошо выкачать мед. То есть видно, что часть не запечатана, а часть вот эта вот запечатана. Это у нас и есть забрус. Забрус мы снимаем. Здесь тоже вот видно на рамке, да, вот какая-то часть у нас меда не запечатана, а какая-то уже запечатана, закрыта крышечками, который называется забрус. Этот забрус мы снимаем, он у нас потом с него стекает мед, и мы получаем сухой забрус, который потом продаем. Забрус очень хорошо жевать, очень хорошо снимает воспаление десен при первых признаках простуды, очень хорошо помогает. Вот, то есть мы его снимаем, и такая вот рамка у нас готова к откачке меда.